Добрый день! Сегодня первый день мероприятия ProDexpo 2020, и у нас в гостях Юлия. Юлия, расскажите, пожалуйста, о том, что вы рассказывали зрителям на конференции. Добрый день! Я сегодня рассказывала о редизайне отдела кулинарии. Обращала внимание на частые ошибки, которые происходят даже в крупных розничных сетях. Составила чек-лист некий, который поможет любому руководителю отдела реализовать успешно проект. Ну и, соответственно, рассказывала про маркетинг и айдентику этих отделов. Поделитесь, пожалуйста, первым мнением, первым впечатлением об этом мероприятии. Ну, здесь оказалось все очень живо. Спикеры, которые выступали, мне очень понравились. Много для себя узнала, если честно, нового, все, что касается производства готовой кулинарии под собственным брендом. И на самом деле аудитория, для которой я выступала, была абсолютно не из маркетинга и не из рекламы, и даже не из мерчендайзинга, что мне позволило раскрыться перед ними, и моя информация была, надеюсь, самой полезной. Спасибо большое. Удачи вам.